Конкурс проводится при поддержке регионального министерства образования. Для участия принимаются эскизы на темы «70 лет Великой Победе», «История родного края», «Город будущего», а также «Город моей мечты». 5 рисунков, набравших наибольшее количество голосов, будут перенесены на фасады зданий в подмосковных городах. Все финансовые расходы возьмет на себя Банк Возрождения. Творчество – это всегда положительные эмоции. Когда в творчестве принимают участие дети, это дополнительные положительные эмоции. Очень хочется, чтобы семьи все вместе занимались общим делом, творили, присылали работы, поддерживали друг друга, болели друг за друга. И всем желаю, чтобы поучаствовали обязательно, потому что считаю, что любой творческий проект – это интересно для всех всегда. Конкурсные материалы будут вынесены на рассмотрение жюри, состоящего из представителей городских администраций, местных СМИ и Банка Возрождения, которое определит список из 5 финалистов. Работы номинантов будут представлены на общественное голосование на официальном сайте банка. Определение конкурса будет, результатов конкурса будет происходить в 3 этапа. На первом этапе жюри отбирает 50 лучших работ, на втором этапе 25 лучших работ. Далее 25 лучших работ по 25 лучшим работам объявляется общественное голосование на сайте Банка Возрождения. К концу апреля первый дом будет украшен в Люберцах. Рисунок победитель нанесут на фасад районной больницы номер 2 у Вечного огня. Наталья Григорьева, Алексей Адамов, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение.